Итак, сегодня пятница, поговорим мы опять о муравьях. Маточка прижилась, все хорошо, живет тихо, спокойно, но дома стало холодать и надо бы уже как-то утепляться. Для утепления я буду использовать коврик. Что это за коврик, я вам сейчас расскажу. Коврик, пришла посылочка уже давно, но я ее не распаковывал, как-то не было времени, да не было нужды ее распаковывать. А сейчас, я думаю, уже пора, потому что, как еще раз повторюсь, холодает и дома прохладно. Вот такая вот большая посылка пришла. Посылка просто громадная. Сейчас распакуем, посмотрим, что внутри. Посылка пришла с Москвы, заказывал, не помню, как магазин называется, в описании выложу какой-то магазин. Заказывал через интернет коврик именно вот для муравьев, для подогрева. Значит, все, в пакете больше, есть еще бумажка, наверное, накладная, сейчас посмотрим. Да, накладная, магазин Endplanet, коврик, термоковрик с регулятором черный. Вот, термоковрик с регулятором черный. Давайте откроем посылку и посмотрим. Вот так вот все запаковано. Интересно посмотреть, что за коврик такой с регулятором. Мне просто посоветовали, как бы я заказал. Сейчас посмотрим, что тут у нас есть. Засунута фигня. Вот он какой этот коврик. Втыкается он в розетку. Я думал, он от USB. Ну, китайская, переходник под нее. Все, коробочка пустая. Вот такой вот замечательный коврик. Я думаю, что замечательный. Есть регулировочка off-on. Сколько градусов не написано. Я думаю, чисто по ощущениям надо будет смотреть. И подогревать. Значит, вот такой вот ковер. Давайте попробуем включить. И посмотреть, что будет от него тепло какое-то или не будет. Мне все-таки интересно протестировать его. Что самое интересное, я его даже не смогу протестировать. Сейчас дома идет ремонт. Я не смог не найти ни одного удлинителя. Вот это замечательно. Но я его обязательно протестирую и вам расскажу. Так, давайте его хотя бы просто рассмотрим. Коврик. Значит, не знаю, будет вам видно, нет. Все поцарапанный. Поцарапанный пластик. Потертые буквы. Такое ощущение, что он где-то уже использовался. Здесь вот торчат провода, так что это, я думаю, как-то надо будет подизолировать, чтобы это все не отлетело. Все-таки безопасность превыше всего. Тут провод, пластмассовый регулятор. Написано, что 100 Вт, 50 Гц, 220 Вольт и вилочка. Ну что ж, вот такой вот коврик сегодня мы распаковали. И давайте посмотрим, как там все-таки живут наши муравьи. Многие спрашивают, многим интересно, как поживают муравьишки. Все у них в порядке после переселения, после соединения двух колоний. Я думаю, будут какие-то проблемы у меня с ними. Нет, все нормально. Переселение прошло довольно-таки спокойно. То есть, поскольку у меня сейчас дома ремонт, не могу даже подключить дополнительного освещения. Пока ремонтируемся. Так что пока вот в таких вот экстремальных условиях все. Oh,
Ну а на этом все. Пока. До новых встреч на канале. Подписывайтесь на канал. Жду вас всех в гости. Заходите в группу ВКонтакте. Будем общаться, будем списываться, переписываться. Жду вас. Пишите. Всем пока. До новых встреч.